Визит турецкого драматурга Тунджера Джуджанаглы в Иваново не состоялся. Автора пьесы «Лавина», по которой еще осенью в областном центре был поставлен спектакль, не выпустили из страны. 5 февраля его напрасно ждали ивановские зрители и актеры драматического театра. Тунджер Джуджанаглы собирался приехать раньше, но было много дел. А теперь, когда нашлось время, автора без объяснения причин не выпустили за пределы страны. Об этом стало известно, когда руководство Ивановского театра драмы уже встречало его в Москве. Джуджанаглы несколько лет назад уже приезжал в Россию, когда состоялась премьера его «Лавины» на сцене Краснодарского академического театра. Драматург старается не пропускать ни одной премьеры, поставленной по его произведениям. Стоит отметить, что и в Краснодаре, и в Иванове спектакль поставил один и тот же режиссер Алексей Ларичев, нынешний художественный руководитель нашего драмтеатра.